Окей, давай начнем. Представь, заходишь ты в хату, а там два стула. Как это будет по-английски? Всем привет! Не утихает обсуждение интервью Павла Дурова известному американскому журналисту Такеру Карлсону. В интервью Павел рассказывает о своей жизни, работе и, конечно, о своем главном проекте Telegram. А нам это интервью интересно тем, что записано оно полностью на английском языке. Сегодня мы разберем фразы из интервью Дурова, которые помогут вам уверенно обсуждать мессенджеры и соцсети. Приглашаем всех желающих на бесплатный первый урок. Вы узнаете свой уровень английского, какой курс вам лучше всего подойдет и, конечно, поговорите на английском. Да-да, не ослышались, первый урок на Puzzle English – это полноценный урок, который вы сможете попрактиковать разговорную речь. Записывайтесь скорее и улучшайте вашу речь. Начнем с того, как сказать социальная сеть на английском. Есть несколько вариантов. Посмотрим первый фрагмент. Well, VK is a social networking platform. Right. Social networking platform – это то, что мы называем социальная сеть. В английском языке также используется и более короткое обозначение – social network. Одноклассники – is my grand's favorite social network. Одноклассники – любимая социальная сеть моей бабушки. Кстати, а у тебя дедушки и бабушки в соцсетях сидят? Да, но они сидят на YouTube. На YouTube? Да. Моя бабушка сказала бы YouTube. Все? Полетели? Что касается Telegram, то изначально он был создан как мессенджер или приложение для обмена сообщениями, но постепенно превратился в настоящую социальную сеть с группами, каналами и прямыми эфирами. Как же описать Telegram на английском? Посмотрим фрагмент, где Такер Карлсон говорит о Telegram. Telegram is one of the fastest growing and biggest social messaging apps, text apps in the world. Telegram – один из наиболее активно растущих и один из крупнейших мессенджеров приложений для обмена текстовыми сообщениями во всем мире. Интервьюер использует два определения – social messaging app и text app – приложение для обмена сообщениями. Хочу отдельно обратить ваше внимание, что social messaging app – это приложение по обмену сообщениями, которое работает как настоящая соцсеть. Мы пока называем это по старинке просто мессенджер, не вдаваясь в детали. Что же мы можем делать в соцсетях и как об этом говорить на английском? Рассмотрим фрагмент, где Павел говорит о возможностях социальных сетей. So they have this large public communities that anybody can join, anybody can read what people are discussing or what the administrators are posting. У них есть большие сообщества, к которым кто угодно может присоединиться, читать, что люди обсуждают или что постят администраторы. Итак, в соцсетях мы можем join a community, присоединиться к сообществу, read what people are discussing, читать, что обсуждают люди, post, публиковать, comment, комментировать, share, делиться. They can comment, they can share. Рэп такой. They can comment, then can share. Так нужен рэп? They can comment, they can share. They can comment, they can share. They can comment, they can share. Share, 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 share. I'm very active on social networks. I love reading and commenting on what people are posting in different communities. Я очень активна в соцсетях, мне нравится читать и комментировать, что люди публикуют в различных сообществах. Но прежде чем выполнить все эти действия, нам нужно, конечно, sign up, зарегистрироваться. Рассмотрим фрагмент, где Дуров говорит об успехе Telegram. 2.5 million users sign up every day. 2.5 миллиона пользователей регистрируются каждый день. Я вчера посчитала, если 2.5 миллиона у них добавляется каждый день, то нужно, чтобы просто население планеты без учета бизнес-аккаунтов, нужно им 7 лет. Но мы не знаем, сколько сейчас уже подписчиков используют вообще мессенджер этот, соцсеть. Если вам интересна какая-то информация, то вы можете подписаться на тематический телеграм-канал Subscribe to a Channel, подписаться на канал. В интервью Павел объясняет, что такое телеграм-канал. Yes, so Telegram channel is a one-to-many broadcast tool that allows people
to quickly disseminate any message to millions of people. So there's a channel, people subscribe to it. Телеграм-канал – это инструмент вещания в формате один ко многим, который позволяет быстро распространить любое сообщение среди миллионов людей. Есть канал, и люди на него подписываются. А в следующем фрагменте Карлсон призывает подписываться на свой телеграм-канал. So if you're on Telegram, we ask that you would subscribe to our new channel by searching for our username listed below. Если вы в Telegram, то мы просим вас подписаться на наш новый канал, найдя нас по названию ниже. Обратите внимание на предлог on Telegram, Telegram или on social networks, on social platforms, в соцсетях. Ну, вы поняли, приложение такое классное, что если вы каким-то образом еще с ним не знакомы, то нужно check it out, заценить, попробовать. Именно это, по словам Дурова, делают пользователи ТГ, которые уже успели оценить все его преимущества. Что же они говорят? You should really check this app out, because it's so much better than everything else. Вам действительно нужно попробовать это приложение, оно намного лучше, чем какие-либо еще. А напоследок поделюсь классным лайфхаком. Прямо сейчас поменяйте язык в своем телефоне на английский и заходите в Telegram, и начинайте практиковаться. Многие фразы, что мы сегодня обсуждали, появятся на экране вашего смартфона. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео своим друзьям. Для нас это очень важно. На этом все. Пока-пока.